Но я все равно ее прикрою, чтобы угу. было тише. Собака. Собака. Сегодня мы поговорим с вами про самый любимый вид моих покупок – это скидки, сейлы, межсезонная распродажа, все то, что я так сильно люблю. Недавно я снимала болталку на тему того, что мы идем в школу и сейчас проходим подготовку. Поэтому, когда началась межсезонная распродажа, в первую очередь меня интересовали вещи на следующий осенний сезон. Как правило, покупаю на размер больше, и за год моя дочулечка дорастает до этих размеров. Сейчас мы носим 116, и я рассчитываю, что в первом классе мы как раз будем носить размер 122, на рост 122 будем одеваться. Я вам покажу сейчас покупки, которые были совершены с учетом скидок, и в первую очередь они совершены для носки в следующем сезоне. С чего мы начнем? Начнем мы вот с такой блузки. Я очень люблю свою дочулечку, но винтикультяпость ее никто не отменял. Поэтому мне, по сути, нужно будет покупать около 5 рубашек на учебную неделю. И я уже начала покупать их заранее. Это хлопковая белая рубашка. Стоила она 1000 рублей. Сейчас на нее скидка 30%. Рост здесь 128 размер. Но покупала я ее в детском мире. В детском мире зачастую китайские размеры, то есть они чуть меньше, чем ребенок носит. За счет того, что, допустим, в Мазике я брала размер уже 122, то для следующего сезона в детском мире, если вы берете на будущее, я советую брать на размер больше, и этот рост 128. Хотя не могу сказать, что он выглядит на 128. Белая, хлопковая, обычная блузочка, рубашечка с приятным округленным воротничком, с хорошими манжетами на пуговичках. Длина соответствующая, есть небольшие узорчики. Для повседневной носки в школу, мне кажется, будет идеальный вариант. У нас еще, знаете, как сделано? В мае, когда нас примут, каждый класс выбирает цвета и шьет себе форму. Поэтому основная школьная форма, мне, я так понимаю, будет не нужна. Мне нужны будут только детали. Поэтому буду набирать блузочек, буду набирать колгот и буду набирать какие-то джемперочки. Собственно, поэтому переходим плавно к следующей модельке. Это джемпер. Тоже я взяла размер 128. Покажу вам чуть поближе. Посмотрите, какая красота. Ой, прям у меня дочулечка скоро вырастет. Пуговки. Вот, я не знаю, сейчас я вам постараюсь. Наверное, не сфокусируется, да? Ну, в общем, поверьте мне, на пуговках дополнительно сделаны бантики такие шикарные. Выглядит очень мило. Стоила такая кофта 1300, 30% скидки. Обошлась нам она в 899 рублей. Состав этой кофты. Хлопок 50%, пант 50%. Кардиган для девочки. Смотрите. Здорово, мне очень нравится. Следующую вещь вам покажу, тоже куплена в детском мире, но, если честно, брали ее без скидки, просто флисовые кофты, они носятся несколько лет, и они идеальны. Это размер 122 на сейчас, и стоила эта кофта 700 рублей. Те детки, которые страдают активностью и потеют, одевайте им обычную хбшную кофту, сверху одевайте флиску, куртку и понеслась. Не закутывайте их, флисовая кофта, она не пропускает ветер, но при этом не перегревает ребенка изнутри, как, допустим, любая шерстяная вещь. Дальше, 7-8 лет, размер, какой взяла-то, 128. Кстати, объясню, почему взяла 128, а не 122.
По той причине, что здесь рукавчик на резиночке. Все уже знают, что я обожаю рукава на резиночке. И пальтишко может прослужить, я очень надеюсь, даже не один год. Почему? Потому что рукав на резиночке, пальто может быть чуть длиннее, чуть короче. И за счет этого, может быть, такого фасона хватит года на полтора. И как раз к следующему осенне-зимнему сезону я смогу купить что-то еще. Внутри пальтишко шикарно отделано таким розовым теплым флисом. Снаружи это приятный зеленый цвет с розовыми вкраплениями. Розовая ниточка, розочки маленькие нарисованы. Такая петличка на застежечке тоже розовая. За счет этого создается такой приятный осенний романтичный образ. Есть резиночка, можно, кто хочет, подчеркнуть талию, но у меня ребенок не любит. Она любит, чтобы все было свободно, чтобы ей ничего не мешало двигаться. И как раз в этом плане сзади есть небольшой разрез, который будет позволять ей бегать, если она захочет пробежаться. А я знаю, что мой ребенок захочет пробежаться. Купила на весну и, скорее всего, в Болгарию. Тоже со скидкой 25%. Кстати, вот это пальто и все, что мы дальше будем с вами рассматривать, это уже магазин Мазыке, детский магазин. Лосинки размера 122, 6-7 лет. Цена за две штуки 899 рублей. Вот такой принт. Это лосинки такого молочного, приятного цвета с ажурным низом. Не знаю, как вот так вот, может, будет видно. И красивыми цветочками. На обороте точно такие же лосинки, тоже с ажурным низом, но зеленые, с розовым горошком и более практичные. Конечно, вот эти лосины более практичны, чем вот эти, но приятно же, когда ты выглядишь красиво, даже если эта красота всего лишь на 5 минут. Взяла аж 3 кофты. 3, потому что все они были со скидкой, и я не могла за 200 рублей не взять кофту. 269 рублей кофта номер 1, скидка 25%. Состав, размер 122, состав. Ну, 100% коттон, посмотрите. Легчайший для садика, для нашего, просто идеально, потому что мало того, что у нас солнечная сторона, окна открываются редко, потому что боятся продуть детей. И в саду просто неимоверная жара, что меня каждый раз удивляет, почему у нас такая контрастность между учреждениями государственными и улицей. Вот такую кофту берете, тончайшую, сверху одеваете флиску, куртку, и понеслась душа в рай. То есть ребенок снял, не запаривается в этом и не потеет, потому что у нас... Скажем так, дочулечка очень активная, и самое главное, я противник потных детей, из которых все так вот течет. Я считаю, что лучше пускай она бегает, лучше даже пускай она замерзнет, чем она запарится. Ну, мой ребенок мерзнет крайне редко, потому что он бегает и носится, как не знамо кто. Так, еще одна кофточка благородного темно-синего цвета с ажурными плечиками, с таким красивым узором. Знаете, вот этот вот узорчик, он напоминает цветочки, розочки. Стандартная кофта, то же самое, тончайший коттон, 100%, стоила 299 рублей, размер 122, 25% скидки. Ну и третья кофта, вот с таким вот узорчиком. Низ сзади чуть-чуть длиннее, чем спереди, что тоже позволяет вам прикрыть попку, в случае, если ребенок будет где-нибудь на корточках сидеть. Размер 122, стоила эта кофта 299 рублей со скидкой 25%. Для меня эти кофты были бы идеальны, если бы у них рукавчики были на резинке. Но в последнее время вообще перестали делать. От слова совсем. Делают стандартный рукав, и, к сожалению, он не всегда... Да, благоприятно садиться на фигуре моего ребенка, нужно все время либо подтягивать, либо укорачивать. Но
За такую сумму в детский сад, пожалуйста. Я переодеваю ребенка каждый день, то есть 5 дней в неделю мы ходим в садик, мы переодеваемся каждый день. К этим 5 дням сейчас у нас добавилось... подготовка к школе, то есть мы переодеваемся 2 раза в день. 1 раз в день она ходит как бы в садик. Сейчас я пойду уже, кстати, уже забирать. Я ее заберу в час, и мы придем домой, пообедаем. Я ее полностью, всю переодеваю, потому что она чумазая вся. У меня есть отдельная одежда в садик, отдельная одежда на подготовку к школе, чтобы видели, что ребенок все-таки чистый и аккуратный. Но на самом деле мне проще купить на распродаже одежду в больших количествах, переодевать ее каждый день, гладить и стирать раз в неделю, но ни в коем случае не тюкать ребенка. И просто переодевайте, переодевайте детей. Дети бегают, дети пачкаются, экология у нас не очень. Стирайте, переодевайте и любите их. Не тюкайте за то, что они дети. Не тюкайте их за то, что они падают и за то, что они активные. Мы с вами, когда были маленькие, были точно такими же. Неважно, во что вы одели ребенка, главное, чтобы он был счастлив. Всем всего доброго, любите жизнь во всех ее проявлениях и обожайте своих детей. С вами была я, Наталья Шишкина. Пока-пока!